сыграла злую шутку, потому что в защите играли неплохо. В защите сборная смотрелась лучше. Защита ЦСКА, два центральных защитника смотрелись лучше, чем в ЦСКА, только почему-то у Игнашевича полностью пропал первый пас. Даже у Березуцкого он был лучше. Не знаю, с чем это связано, может, потому что впереди не было своего Тошича, на которого может пульнуть мяч, как это часто делает Игнашевич, но в любом случае позиционно они играли более грамотно. Начнем с крайних защитников. Окей, я согласен, что Камбаров может...